Перерасход воды. С такой проблемой сталкиваются ежемесячно многие горожане. Жители 4-го дома по улице Пушкина не исключение. Многоквартирный дом оснащен общедомовым прибором учета. Только вот цифры на счетчике с показаниями жителей разнятся. Называть это погрешностью невозможно. В этом месяце разница огромная – 400 кубометров. Естественно, бремя оплаты неучтенки легла на плечи, а точнее на кошельки жильцов. 400 кубов с легкостью превратились кому в 100, а кому в 300 рублей сверхоплаты за коммуналку. Получается, что вот по норме я плачу с запасом 10 кубов человека и еще 10 кубов. То есть вот на строе прописано. То есть 30 кубов и плюс еще 30, 60 кубов. За что? За что? Это нереально просто. Плохо затянутый смеситель, эксперименты с магнитами и расточительство тех, кто еще не установил счетчик. Вот возможные факторы перерасхода воды. Жильцы согласны, что не каждый будет отказывать себе в постоянном приеме душа, если нет счетчика. Конечно, надо еще на честность всем жильцам убрать эти магниты и честно платить за свою воду. Ну, естественно, и те, которые готовят на продажу самогон, прекратить это безобразие. В управляющей компании, которая обслуживает дом, нам сказали, что на их участке нет ни одной многоэтажки, где не было бы перерасхода воды. Но в то же время нам затруднились ответить, по какой формуле перерасход распределяется между жильцами. Формула жилкомсервис. Она разработана жилком сервисом? Нет, это форма восстановления. Во вторник, 30 октября, в 19 часов, все руководители РЭУ и заместитель главы администрации по ЖКХ ответят на многие вопросы, которые накопились у жителей города. Не упустите возможность задать вопрос лично. Амир Кедрасов, Владимир Прищепа. Новости.